Но в каком еще жанре, как не в вестерне, можно оправдать применение рукопашных схваток и море насилия во времена Дикого Запада? В наши дни вы же не выйдете на улицу, не начнете молотить всех и крушить все подряд. А если кому-то взбредет такая идея, то это может быть чревато, пуля в лоб, и по барабану, что ты у нас такой весь крутой. Но ведь правда, что китайские постановки, большинство из которых это исторические фильмы, залиты реками крови и переполнены горами трупов. Вы имеете в виду те, которые снимают здесь, к сожалению. Я очень надеюсь, что в фильмах с моим участием зрителю более или менее будет понятно, с какой целью был снят тот или иной эпизод, где присутствует сцены насилия. К большому моему сожалению, главная цель, которая ставится здесь при съемках большинства фильмов, это показать ничем больше насилия. Понимаешь, это как в тех фильмах, где парни по 30 минут колотят друг друга, по 50 раз прокалывают друг друга.